Вы смотрите «7 дней в регионе». С вами Светлана Дейнека. Доброго воскресного утра. Мы работаем в прямом эфире. Телефон в студии 63 97 17. Если захочется обсудить какую-то из тем, звоните. А в программе расскажем. Поднимемся над суетой и оценим сделанное. Итоги 2016-го в масштабах всей области, а столица региона – отдельная песня. Бэби-боксы, тунеядцы, спецмашины. В уходящем году было немало любопытных законотворческих инициатив, так и не ставших законами. А жаль. Никуда нам не деться из Арктики. Не приговор, а блестящая перспектива. И тут уж без вариантов. Итак, сегодня крайний выпуск «7 дней в регионе» в уходящем году. Поэтому налево и направо подводим итоги. Сначала свои собственные. Архангельское городское телевидение в 2016-м приобрело нового собственника. Точнее, приобрели нас, но не в этом суть. Как раньше, мы часть большой команды. Надо сказать, она стала еще больше. В холдинге АТК «Медиа» сегодня аж 13 средств массовой информации. Кроме трех телекомпаний есть газеты и интернет-ресурсы. С таким добром замыкаться в границах одного города, даже столицы региона, совсем не серьезно. Поэтому мы взяли курс на формирование региональной информационной повестки. Давайте посмотрим, какие материалы со всех уголков области проходили в эфире Архангельского городского в 2016-м. Конечно, при поддержке наших партнеров и друзей. И мы вместе поехали с вами! Известная на весь мир гагаринская «Поехали» открыла новую страницу в истории 18-й школы Котласа. Более 1000 учеников с 1 по 11 класс вместе с педагогами стали участниками праздничного флешмоба зарядки. Таких рекордов в Архангельской области прежде еще не устанавливали. Физкультурно-оздоровительный комплекс при 18-й школе Котласа был отстроен в рекордно короткие сроки. За год здесь были оборудованы волейбольные и баскетбольные площадки, зона для занятий на тренажерах и особая гордость – стадион с искусственным покрытием и беговыми дорожками. Герой сказок Писахова Сеня Малина жилище свое отапливал дровами. Его потомки из Уймы за топор нынче не берутся. Сегодня прогресс привел к ним в дома голубое топливо. Возможность сэкономить появилась благодаря программе газификации жилых домов, социальных и промышленных объектов. Правительство региона реализует ее совместно с компанией «Газпром газораспределение Архангельск». Завершение проекта в районе улицы Малиновая партнеры отметили сегодня торжественным зажжением символического факела. Ура! Ура! Открытие Северного транспортного коридора – историческое событие всероссийского масштаба. Современная асфальтобетонная дорога общей протяженностью более 900 километров связала Архангельскую область и Республику Коми. Север России отныне стал доступным для жителей Северо-Запада, Урала и других регионов страны. Решение о строительстве Северного транспортного коридора было принято почти 20 лет назад. Сегодня уникальный проект был официально завершен. Жители Устьянского района теперь круглогодично обеспечены зеленым луком. Его выращивают в тепличном хозяйстве деревни Павлицово. Николай Саидов год назад написал бизнес-план и получил грант 1,5 миллиона рублей. Опыт по выращиванию овощей в закрытом грунте перенимал в Сыктывкаре, Вологде и Ульяновске. Начал с зеленого лука. Уже есть планы и на будущее. Теплица высокая, высотой 4,5 метра, поэтому она предназначена как бы для выращивания высокорослых культур, такие как огурцы, помидоры. Спрос на лук большой, правда, способов реализации немного. Торгового места в райцентре нет, зато в Архангельске на центральном рынке продукцию Саидова раскупают за считанные часы. С самого утра на реке Онега в Каргополе многолюдно. Кажется, что жители всего города ждут новоселья. Новый дом в местных водоемах вот-вот обретут мальки-сега. Прежде чем начать полномасштабный выпуск, самые маленькие участники торжественного процесса первыми выпускают мальков в воду практически вручную, а после в дело вступает техника. Из этого транспортировочного бокса с помощью системы трубопровода 104 тысячи мальков-сигалетки отправляются буквально как на американских горках в новый дом. По оценкам специалистов, выживаемость специально выращенных мальков для этого водоема будет практически 100%. Численность волков в Поморье находится на стабильно высоком уровне. По результатам зимнего маршрутного учета этого года более 1600 особей. Зима для волков – это период бескормицы. Выходя на территории поселков и деревень, они представляют опасность для собак и домашнего скота. Случаев нападения серого хищника на человека в Архангельской области не зафиксировано. Лисецкий приют для собак, открытый на базе районной ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных, существует около 1,5 лет. Строить вольеры и официально работать здесь начали в августе 2014 года.
Раньше животных отлавливали наемные организации. О том, что с ними становилось после, мы говорить не будем. Теперь же у них появился шанс найти дом. За время работы приюта в районе было поймано около 300 собак, в том числе 56 животных в Мирном. Русь, Тройка. Куда мчишься ты? А мчится возрожденная в Хорошевском коневодческом комплексе Тройка к старту, точнее к открытию особенных соревнований. В Вельске их ждали много лет. Соревнования проводятся на приз губернатора. Побороться за него решили более 20 жокеев из Вельского, Котловского, Устьянского районов, а также из Архангельского Великого Устюга. Но значимость самих стартов не в этом. Праздник спорта подтвердил правильность решений, которые были приняты в 2014 году. К тому времени гордость Поморья, Архангельская государственная заводская конюшня, просто погибала. Не на что было даже купить корм. Тогда региональные власти инициировали процесс ее передачи из федеральной собственности в областную. А следом, в марте 2014-го, по поручению Игоря Орлова, имущество конюшни было передано агрофирме «Вельская». И жизнь, как говорится, забила ключом. Никита Бешенкин – воспитанник нового детского сада «Радуга». Мама мальчика не может нарадоваться этому прекрасному событию, ведь ее сын ходит в самое современное дошкольное учреждение города. Все очень понравилось, все хорошо. Воспитатели очень нам понравились. Сходили с удовольствием уже на 2 часа. Глава города вручил заведующей «Радуги» Екатерине Зотиковой заветный ключ. Открытие детского сада – это настоящий праздник. На 3 дня северная столица России стала столицей мира. Мира больших денег и возможностей. По крайней мере, на них рассчитывают 1000 участников Петербургского международного экономического форума. Для того и обсуждают на десятках площадок перспективы светлого будущего своих компаний, регионов, стран. Архангельская область отдельным стендом не представлена. Ну да зато целый губернатор есть. Первый день форума он провел с повышенным КПД. Плечом к плечу с Министерством связи и массовых коммуникаций и компанией Ростелеком поведет наша область борьбу с цифровым и информационным неравенством. Отныне и во веки веков почти 150 малых населенных пунктов Поморья, то бишь с численностью свыше 250 жителей, придет высокоскоростной интернет. Предельно реалистично, грубо и безжалостно ничего не подозревающих участников курса, ехавших на фотосессию в красивое место, захватили террористы, в роли которых выступили бойцы разведроты. Это произошло в первые дни учебы. Без предупреждений и подготовки ребят сразу окунули в реальный сценарий, к которому должен быть готов каждый журналист, отправляющийся в командировку в горячую точку. На «Бастионе» показывают, как нужно себя правильно вести при захвате террористами. Это просто бесценный опыт. Все настолько реалистично, что в какой-то момент грань реальности и вымысла стирается. Ты по-настоящему боишься, ты переживаешь за свою жизнь. Мы, конечно, понимаем, что мы не волшебники, и что 8-9-дневные курсы не, так сказать, застраховывают журналисты от всех проблем, но какие-то азы, безусловно, они здесь получат. Поясню последний материал. Он был снят нашим котловским коллегой на курсах «Бастион», который проводит Московский союз журналистов вместе со всеми силовыми ведомствами страны на базе одной из воинских частей в Ленобласти. Только сертификатом об окончании «Бастиона» российских журналистов допускают к работе в горячих точках. И это спасает им жизни. И такой сертификат в уходящем году получил оператор, работающий в нашем холдинге. Не пустячок и приятно. Но продолжаем. Архангельское городское телевидение испокон веку было летописцем Архангельска. В 2016-м себе не изменило. Главные события запечатлены, картинка живописно подтверждает. Уходящий год был для города не так уж плох. Артемий Заварзин докажет. Глубоководный район морского порта Архангельск, железнодорожная магистраль Белкамур. О приоритетных для арктической зоны проектах разговор на высоком уровне в Архангельске. Заседание морской коллегии при правительстве страны и президиума Госкомиссии по развитию Арктики провел заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин. Всего арктических проектов 17. На их воплощение в жизнь потребуется почти 3 триллиона рублей. Вложения российских инвесторов должны составить большую часть. Ремонт дорог в Архангельске в этом году принял почти федеральный масштаб, ведь именно из госбюджета Архангельск получил на обновление автомагистралей 100 миллионов рублей. На эти деньги при софинансировании областной казны было отремонтировано 14 улиц общей протяженностью 16 километров. Повезло и Северному округу. На улице Малиновского этим летом появились 5000 квадратных метров нового асфальта, а по обеим сторонам дороги новенькие тротуары с бордюрным камнем. Еще более масштабные работы прошли на улице Кировская. Фрезерование, устройство уравнивающего слоя, устройство дорожного покрытия толщиной 5 см тип Б, восстановление искусственных дорожных неровностей, планировка обочин.
От дорог асфальтовых к дорожкам деревянным, но тоже очень важным. Мосточки появились на улицах Северного округа, Маймакса, Соломбалы, а также округа Воровина-Фактория. Гарантия на сосновую доску минимум 10 лет. Дороги преобразований ведут в поселок Кемский Соломбальского округа. В этом году Архангельский ТОС вновь был признан одним из лучших в регионе. И не без оснований. Активисты создали на набережной реки Соломбалка настоящую зону отдыха. Проект благоустройства получил грантовую поддержку. В эти работы у нас вошла беседка, две скамейки и тротуарная плитка 70 метров квадратных. Всего из разных бюджетов на поддержку ТОСов Архангельска в этом году выделялось около 2,5 миллионов рублей. На следующий год запланирована аналогичная сумма. Позитивные изменения и в округе Воровина-Фактория. В начале лета там появилось новое оборудование в парке имени Грачева. Сквер на пересечении проспекта Ленинградский и улицы Русанова пополнили игровой комплекс «Шхуна» и площадка для занятий скейтбордингом. В планах на следующий год оснащение 2 волейбольных площадок. Мне нравится там по кольцам переползать. Нравятся качели. В сентябре в Архангельске открыл двери первый в области частный пансионат «Забота» для пожилых и маломобильных людей. Он рассчитан на 180 мест, будет принимать северян на платной основе и по полисам медицинского страхования. Здесь присмотр, уход хороший, кормление, все здесь есть, медицинская помощь, все абсолютно. Еще одно открытие, которого ждали десятилетия. Сквер недалеко от Предмостной площади был благоустроен и назван в честь архангельского писателя Евгения Коковина. Теперь это площадка для отдыха, творчества и новых культурных проектов. Нам так понравилось, что мы будем каждый день ходить. В уходящем году город стал площадкой масштабного празднования 75-летия прихода в порт Архангельск первого союзного конвоя «Дервиш». Делегации стран-союзниц, федеральные и зарубежные СМИ, наконец, принцесса Англии Анна с супругом и королевским оркестром. Многочисленных гостей Архангельск принимал в августе 2016-го. В дни торжеств в городской летописи появилась новая страница, имя которой «Аллея северных конвоев». Мы очень гордимся нашим городом, нашими предками, которые всеми силами защищали этот город, сделали все для того, чтобы мы смогли сейчас жить, стоять здесь и гордиться ими. Еще один повод для гордости и веры в то, что прорыв возможен в любой сфере. Сдача первого социального дома на Московском проспекте 52. Программа переселения из аварийного фонда в Архангельске наконец заработала по-настоящему. 108 благоустроенных двушек и трешек приняли новоселов. Буквально через месяц рядом с этим домом появится точно такой же сосед, а в следующем году еще 3. Строится социальное жилье и на Ленинградском проспекте, там практически завершены 4 многоэтажки. Так что в Новый год Архангельск входит уверенно, хотя, конечно, точек для приложения усилий власти еще предостаточно. Артемий Заварзин, Евгений Зыков, Денис Линчевский. 7 дней в регионе. Такими наиболее значимые для Архангельска итоги 2016 года увидел мой коллега. Как говорится, это то, что было на поверхности, что не могли не заметить жители города и журналисты. Но не исключено, что для профессионалов-управленцев приоритеты при оценке результатов работы за год могут быть расставлены иначе. Об этом прямо сейчас спросим главу Архангельска Игоря Годиша. Игорь Викторович, здравствуйте. Здравствуйте, Светлана. Вот скажите, пожалуйста, то, о чем мы говорили в нашем сюжете, эти итоги, они для вас тоже являются главными, ключевыми, оценивая итоги 2016-го? Ну, вы знаете, для меня, конечно, то, что вы показали, очень значимо, безусловно. Это, скажем, осязаемая часть работы, вот, то, что было проведено в 2016 году. Но есть еще та часть, которую, вот, может быть, невозможно пощупать воочию. Это история про отношения. Про то, как мы выстраивали работу с общественностью весь этот год, причем в широком ее понимании. Это и создание общественных советов в округах, это встречи с бизнесом, которые проводились на разных площадках, причем с разным бизнесом, с относительно небольшими компаниями, которые насчитывают буквально несколько человек, даже частные предприниматели, например. И достаточно крупные холдинговые структуры, которые общеизвестны в регионе, вот, и при этом базируются в городе Архангельске, работая на всех площадках. Вот, вот эту часть невозможно пощупать руками, да, и сказать, что здесь что-то выстроено. Но это была история про доверие. Вот, про то, чтобы познакомиться, максимально хорошо узнать друг друга и получить обратную связь. Вот то, над чем город будет работать в 2017 году, это, по сути, итог работы с людьми в 2016. Вот, мне кажется, это самое важное. А было ли что-то, что вы планировали сделать, либо начать в 2016 году, но по каким-то причинам это отложено или не состоялось?
Был, конечно. Вот печально, что нам не удалось в 2016 году закончить проект сибиряковцев, который очень нужен городу. Все, кто едет в сторону Талак, выезжая из города, знают, что сегодня происходит там. Пробки и на въезд в город, и на выезд из города. Вот. Но при этом лучше сделать качественно. Вот такой был посыл, нежели сделать быстро. Вот. И то, что пришлось несколько доработать проектную документацию, и слава богу, что на следующий год запланированы средства на реализацию проекта проезда сибиряковцев, это очень важно. Вот. Мы сделаем. Я думаю, что той потенциальной проблемой, которая была выявлена в 2016 году, вот, и возникло сомнение в качестве дорожного покрытия, которое будет построено, вот, у нас уже в 2017 году не повторится. Ну, есть еще ряд моментов, которые не совсем удалось разрешить. Например, такую чрезвычайно серьезную задачу для города Архангельска, как проблему обращения с мусором. Это повсеместная проблема, Архангельск здесь не исключение. Архангельск здесь не исключение, но при этом для архангелогородцев важно, как решается рядом с его домом эта проблема, а не так, что она во всей стране до конца не решена. Но вот я надеюсь, что мы в следующем году увидим регионального оператора, то есть ту организацию, которая в целом в регионе будет отвечать за систему обращения с коммунальными отходами, и у нас появится сторона в переговорах. То есть нам нужен стратегический партнер, который придет со своим пониманием обращения, и мы можем, с кем мы можем обсуждать, вот, условно говоря, в чьей собственности площадки, в чьей собственности контейнера, как работает система вывоза, где расположены контейнерные площадки. То, что сегодня, вот, очевидно, едешь по городу, и это проблема. Но, по сути, нам нужна сторона в переговорах. С кем обсуждаем, с кем выстраиваем стратегию. У нас есть свое видение, вот, но нам нужен партнер. Вот, надеюсь, что вот он определится, и 2017 год в этом плане будет прорывным. То есть вы берете такую задачу уже, да, на себя? Обязательно. На 2017? Ну, потому что она вот зачастую решается, знаете как, вот, таким командно-административным путем. То есть проблема копится, где-то начинается брожение, люди начинают писать и обращаться. Дальше принимаются некие, там, вот, условно говоря, палочные меры. Вот, в очередной раз мы вычищаем территорию, вот, и потом опять идет накопление. Это говорит, что проблема системная, когда приходится решать ее в ручном режиме. И вот для того, чтобы этого не было, нужен как раз вот тот самый партнер, с кем вести переговоры, и кто будет в целом отвечать за эту ситуацию. Сегодня масса компаний работают в этой сфере, она сегодня коммерческая. Вот. Но при этом саму политику все равно задает здесь государство. Вот. Поэтому и нужно нам вот решить на уровне организационном вначале эту ситуацию. А дальше уже все, что связано с деятельностью коммерческих структур, оно приложится и все будет нормализовано. Вот поэтому я считаю, что 2016 год, он такой год был скорее ручного управления и выстраивание позиции города в этом в части касаемой. Игорь Викторович, вот сейчас мне сообщают режиссеры, что у нас есть звонок в студию, есть вопрос. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем, представьтесь, здравствуйте. Здравствуйте, Чеченева Любовь Ивановна. Да, доброе утро. Игорь Викторович, ага. Игорь Викторович, здравствуйте. Здравствуйте, с наступающим Новым годом всех. Очень волнует вопрос. Сейчас заселяется район Майская Горка. Нет ни поликлиники вообще нет, можно сказать, и нет школы. Как жить людям? Любовь Ивановна, спасибо большое за вопрос. У нас с вами на следующий год в Майской Горке запланировано строительство садика. С 2018 года у нас запланировано там строительство школы, но мы со специалистами уже собирались и хотели бы начать в 2017 году. Вот. И правительством Архангельской области проработан вопрос создания там поликлиники через частно-государственное партнерство. Но при этом это не значит, что там будут какие-то особенные цены. То есть эта структура будет работать точно так же, как работают государственные поликлиники. Вот, поэтому, понимая, что сегодня Майская Горка наиболее, наверное, динамично развивающийся район, вот, такого рода объекты социальной сферы там запланированы. Плюс еще комплекс для отдыха, спортивно-массовых мероприятий. То есть и этот вопрос в Майской Горке сегодня, к сожалению, не решен. Поэтому, вот, условно говоря, 4 объекта – садик, школа, поликлиника и спортивный комплекс – это то, что с 2017 года начинается
начинает создаваться в Майской горке. Земельные участки там под значит, эти проекты есть, что зачастую у нас камнем преткновения является по ряду районов города. Поэтому не забыли, занимаемся. На этой неделе состоялась сессия областного собрания депутатов, и во втором чтении был утвержден бюджет на 2017 год. По разным программам Архангельску в будущем году региональная казна выделяет порядка 700 миллионов рублей. Игорь Викторович, куда вы планируете эти деньги потратить? Ну, с одной стороны... Это ведь много? Ну, вы знаете, для нас на самом деле это не так много. Вот, при том объеме задач, которые стоят перед Архангельском в части расселения, например, аварийного жилья, где мы там миллиардами измеряем необходимость вложений в эту историю. Это не так много, но с другой стороны, вот, те средства, которые сегодня запланированы в плане мероприятий по городу Архангельску, они очень нам нужны. Это как раз вот предыдущий вопрос. Да? Это садик и школа в Майской горке. Это продление проспекта Московского, вот, что тоже, кстати, в вопросе не прозвучало, но для застраиваемых районов Майской горки это чрезвычайно важно, потому что дороги реально там нет. Угу. Она закончилась, поворотный круг Московского, и дальше начинаются пустырь и некие технологические проезды. Вот, это тоже там. Будем надеяться, что речные суда, которые, приобретение которых заложено уже с 2017 года, вот. Это тоже очень важно для Архангельска, по крайней мере, для островных территорий сегодня. Это актуальная проблема, потому что перевозка буксирами, вот как это у нас осуществляется сейчас в межсезонье, ну, это беда. Вот. Разговаривал и с мамочками, например, на Бревеннике. И снова решается все в ручном режиме, по большому счету. Ну, я бы не сказал, что это на самом деле ручной режим. Вот, имею в виду комплекс мероприятий и программу развития города Архангельска. Я имею в виду, как вот, ну, по опыту этого года, например. Ну, по опыту это уже традиционно сложившаяся ситуация с перевозками. Но, тем не менее, то, что решение по приобретению судов состоялось, деньги заложены, я думаю, что это уже переведет даже на несколько иной уровень саму услугу. То есть люди поедут в нормальных условиях. Игорь Викторович, вот снова у нас звонок в студию. Мы вот просто запомним, на чем остановились, вот, отвечая на этот вопрос. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Добрый день. Добрый. Меня зовут Алексей Пулов. Я житель Высокогорского округа. Живу в частном доме. Уже вся Европа газифицирована. Скоро газ зайдет и китайцев, и индусов. А мы все еще топим свои печки дровами и углем. Скажите, пожалуйста, когда будет газифицированный частный сектор нашего города? Когда мы, северяне, получим источник тепла? Спасибо за вопрос. Спасибо, Алексей, за вопрос. Старая проблема для города сегодня уже достаточно. Как раз Высокогорский округ у нас предполагался газификацией за счет строительства газопровода вдоль реки. Достаточно объемный проект. Он предполагал строительство порядка 15 газовых котельных и газификацию частного сектора. Вот, к сожалению, «Газпром» принял в свое время решение из-за задолженности ТГК-2 приостановить инвестиции. Вот, и это непосредственно коснулось Архангельска. Потому что крупнейшие инвестпроекты в регионе, связанные с газификацией, они как раз на территории города Архангельска. Но при этом с этого года определенные подвижки начались. Запущен проект газификации подразделений нашего федерального университета. Он реализуется, проектирование идет, и город в этом участвует, рассматривая вопросы территории. Вот. И мы дальше продолжаем заниматься вопросом газификации левого берега. Непростой проект, здесь миллиардные инвестиции. Наложилась на проектирование ситуация с расширением Архангельского шоссе, вот, что, к сожалению, несколько оттянуло вопросы работы проектных организаций. То есть они ожидали, имеется в виду газовики, которые работают вот над этим проектом, они ожидали, пока завершится проектирование самой автодороги. Вот. На сегодняшний день, насколько я понимаю, там все вопросы по расширению шоссе решены, и проект продолжается по газификации. Но вот принятие решения по непосредственно уже финансированию строительно-монтажных работ, я думаю, состоится только тогда, когда будет решен вопрос с задолженностью ТГК-2 в адрес структур «Газпрома».
Это спор хозяйствующих субъектов. По сути, это спор хозяйствующих субъектов. Задолженность достаточно серьезная. Вот. Я знаю, что ТГК-2 сегодня занимается этой историей. И проект, который они пытались реализовать и пытаются сейчас совместно с китайскими партнерами, он в какой-то мере учитывал интересы «Газпрома» с точки зрения этой задолженности. И мы вообще ожидали, что уже 2016 год он станет таким переломным в части этих отношений. Но немножко все сдвинулось. Да, к сожалению, это все двигается. Игорь Викторович, у нас вот заканчивается время просто, да, в эфире, и буквально еще две позиции, говоря о том, куда пойдут вот те 700 миллионов рублей в будущем году. Ну, на самом деле они пойдут на инфраструктуру. Наконец-то мы, думаю, что получим в поселке Трудеево садик. Вот. Надеюсь, что садик на 60 мест возможно построить за год. Вот. Хотя некоторые коллеги меня уверяют, что все равно где-то примерно полтора года займет эта история. Вот. Мы получим достаточно серьезный объем дорожных работ. То, что мы с вами говорили, объезд вокруг областной больницы. Ряд моментов, связанных с проектированием развязок Северодвинского моста железнодорожного, потому что это тоже для архангелогородцев чрезвычайно важная ситуация. Мы там постоянно стоим в пробках и на въезд, все зависит от времени там дня, условно говоря. Но вот, нам, безусловно, надо развивать Майскую горку, и достаточно большой объем инвестиций нацелен именно на этот округ. О судах мы с вами немножко коснулись, поговорили. Вот есть еще там ряд проектов, связанных с благоустройством, в том числе города. То есть мы говорим о том, что город будет развиваться? По сути, это комплексная программа, вот план мероприятий, он учитывает практически все сферы жизнедеятельности города, и в том числе даже нашу пресловутую гиперпроблему под названием водоснабжение. Игорь Викторович, спасибо, что вы в это воскресное утро пришли к нам сюда в студию. Спасибо. С наступающим Новым годом, вам успехов, удачи в следующем году. Спасибо вам и спасибо телезрителям за вопросы. Мы продолжаем. Уходящий год, помимо прочего, запомнится нам выборами в Государственную Думу. На смену 6-му созыву депутатов, которые, по некоторым данным, приняли только 15% внесенных ими же законопроектов, пришел новый состав Нижней палаты Российского парламента. Ирина Ившина вспомнила законодательные инициативы, которые так и не стали законами, но успели наделать много шума. Самый спорный законопроект 2016-го, по версии нашего телеканала, посвящен запрету бэби-боксов. Инициатива прогремела в июне уходящего года. На тот момент депутат Елена Мизулина предложила ввести штрафы до 5 миллионов рублей для тех, кто создает условия для анонимного оставления детей. Государство не должно поощрять отказы от детей. Фактически, такого рода бэби-боксы есть не что иное, как поощрение отказов от новорожденных детей. В правительстве и Федеральном Минздраве инициативу поддержали. По мнению чиновников, ребенок, оставленный в бэби-боксе, теряет право на идентичность, то есть он никогда не узнает своих родителей. Повышаются риски торговли младенцами, так как точное количество оставленных в боксах детей из-за отсутствия камер определить невозможно. Позиции террористической направленности, да, в бэби-бокс может быть положено, кроме ребенка, все что угодно. Сегодня в России действует всего 19 бэби-боксов. Их защитники создали петицию в адрес уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой. Обращение поддержали уже свыше 280 тысяч человек. Продолжаются дискуссии и в самой Госдуме. Лично моя позиция, если хотя бы одного ребенка я спасу от смерти неминуемой, которых мы видим на наших помойках, да, и даже в нашей Архангельской области такие случаи неоднократные, значит, я не зря была избрана в Государственную Думу. Последние полгода активно обсуждался и так называемый налог на тунеядство. Речь идет о сборах с трудоспособного, но не желающего работать официально населения. Взносы, например, в фонд медицинского страхования такие граждане не делают, а медицинской помощью пользуются. В стране около 20 миллионов людей, которые нигде не зарегистрированы. То есть, но они живут, то есть получают какой-то доход. В этом году в Архангельской области не выразили желания работать более 20 тысяч человек. Хотят трудиться, но работу не ищут еще 33 тысячи. На медобслуживание тех, кто не делает взносы в фонд ОМС, в регионе в 2016 году потратили 8 миллиардов рублей. Сюда входит медпомощь пенсионерам, детям, студентам, а также добровольно безработным. Противники законопроекта о налоге на тунеядство ссылаются на печальный опыт СССР, где существовала статья за ведения паразитического образа жизни. 4 мая 61 года приняли указ о дополнительных мерах по борьбе с этими тунеядцами. Наиболее известный пример применения вот этого указа в Архангельской области – это Иосиф Бродский.
Он был сослан на основании вот этого указа в деревню Норинская или Наринская Коннорского района Архангельской области. Современная конституция РФ считает труд правом, а не обязанностью гражданина. В уходящем году это осталось неизменным. Самым долгожданным законопроектом года мы назовем предложение федерального Минздрава приравнять нападение на медработников к нападению на полицейских. В сети все чаще появляются страшные видео. Недовольные пациенты со звериной жестокостью набрасываются на тех, кто пытается им помочь. Агрессия по отношению к медикам растет, констатируют и на Архангельской станции скорой помощи. За год на врачей нападали 8 раз. В момент оказания помощи, когда пациента переместили в машину скорой помощи, он проснулся и начал крушить оборудование и избивать медицинский персонал. Но слава богу, что персонал у нас крепкий. Вот, и смогли защититься, зафиксировать этого пациента. Приравнять медиков к полицейским не удалось, инициативу заблокировали. Но известнейший российский педиатр и хирург Леонид Рошаль пообещал не отправлять законопроект в забытье. Уже в следующем году тему взаимоотношений общества и спецслужб поднимут снова. Общественная палата обещала внести в Думу законопроект, разрешающий специальному транспорту таранить автомобили, мешающие проезду. Ирина Евшина, Денис Линчевский, Евгений Зыков, 7 дней в регионе. Продолжение темы. Одним из самых обсуждаемых и долгожданных законопроектов года стал «Арктический закон» или «Закон о развитии арктической зоны Российской Федерации». Этот документ призван определить формы и методы управления самыми северными территориями нашей страны, то есть имеет прямое отношение к Архангельской области. Не то, чтобы эта сфера вообще не регулировалась. В ней действует более 500 нормативных правовых актов, часть которых сохраняет силу еще с советских времен. Но единого основополагающего документа до сих пор нет. На этой неделе на федеральном уровне рассматривали уже 4-й вариант арктического закона. Арктический закон – один из самых обсуждаемых законопроектов года. На этой неделе его 4-я версия поступила на рассмотрение в правительство России. Предыдущие варианты были отклонены за излишнюю рамочность. Впрочем, и новый законопроект уже раскритикован за недостаточно проработанные статьи о социальном развитии северных регионов. В законе забыли о людях, резюмировали эксперты. Мы хотим думать не только о том, как будет развиваться Арктика, именно как объект освоения промышленного и прочее, но и как место жизни людей. А все то, что касается людей, должно регулироваться, согласно нашей Конституции, только законом. Арктическая конституция, так называют долгожданный закон, он призван определить формы и методы управления арктическими территориями нашей страны. К ним причислено 8 регионов России, Архангельская область в их числе. Стратегический проект по развитию Арктики нередко сравнивают по значимости с легендарными атомными и космическими проектами. Здесь сконцентрированы практически все аспекты национальной безопасности. Военно-политические, экономические, технологические, экологические и ресурсные. В марте 2016-го был предложен новый принцип реализации арктической стратегии – территориально-кластерный. Он предполагает создание в 8 регионах опорных зон, где развитие пойдет опережающими темпами, инвесторы получат определенные преференции, а население – высокое качество жизни. То есть в первую очередь Архангельск будет представлять себя научно-образовательной опорной зоной. Ведь не надо забывать, что это единственный субъект, входящий в территорию, входит в АЗРФ, где на чьей территории находится единственный федеральный вуз, который готовит кадров совершенно большого спектра. У нас порт, у нас очень развитое судостроение, у нас прекрасная наука, прекрасное образование. То есть есть все предпосылки для того, чтобы мы стали действительно опорным регионом в освоении Арктики. В состав Архангельской опорной зоны предлагается отнести Онежский, Приморский, Мезенский районы, а также Архангельск, Северодвинск и Новодвинск. При принятии данного законопроекта будет большая программа по развитию арктической зоны, программа, где будут денежные средства. И мы можем тогда уже получить на наши инфраструктурные проекты арктической зоны, мы можем получить федеральные деньги. Финансирование приоритетных проектов в Арктике до 2030 года может составить около 5 триллионов рублей. В сентябре 2016 на форуме «Арктические проекты сегодня и завтра» были озвучены базовые для нашей области программы, которые могут претендовать на федеральные деньги.
Безусловно, очень большое значение играет проект Белкамура, который проходит такой красной нитью через несколько арктических регионов. Архангельская область – главная дискуссионная площадка арктической зоны. Так, в марте следующего года в столице Поморья пройдет форум «Арктика. Территория диалога». В нем традиционно примет участие президент России Владимир Путин. Вероятно, тогда и будут определены новые векторы развития арктической зоны РФ и ее ключевого региона – Архангельской области. Ирина Ившина, Артем Юдин, Денис Линчевский. 7 дней в регионе. Кадры для работы на всех значимых объектах в Российской Арктике сегодня готовит Северный Арктический Федеральный Университет. А еще это традиционная площадка для проведения форумов по вопросам Арктики и крупнейший научно-исследовательский центр. О том, каким уходящий год был для САФУ, поговорим с ректором Еленой Кудряшовой. Елена Владимировна, доброе утро. Доброе утро. Приветствую вас в нашей студии сегодня. Спасибо. Расскажите, каковы итоги приемной кампании 2016 в университете и вообще, чем еще запомнился уходящий год? Ну, в этом году к нам поступили почти 5000 ребят и девчонок из 48 регионов страны, кстати, включая Москву, Санкт-Петербург, Дальний Восток, Калининград и 39 стран мира. 200 из них – это медалисты и выпускники учреждений среднего профессионального образования с красным дипломом, 3 олимпиадника, которые поступили вне конкурса. И сегодня они обучаются по 335 образовательным программам, 100 из которых имеют арктическую направленность. Очень порадовало то, что большие конкурсы были на инженерные и технические специальности, связанные с судостроением, морской арктической техникой, добычей углеводородного сырья, это нефть, газ, алмазы, строительством в северных широтах, энергоэффективностью, энергосбережением. Но традиционно большой популярностью пользовались такие направления, как международные отношения, регионоведение, межкультурные коммуникации, иностранные языки. И в этом году мы решили объединиться с теми вузами, научными центрами и работодателями, которые работают в интересах арктического региона России. И был создан национальный научно-образовательный консорциум. Это произошло, кстати, в Архангельске на нашей базе в начале июня в рамках Всероссийской конференции «Арктика. Национальный мегапроект. Кадровое обеспечение. Научное сопровождение». И сегодня в составе консорциума 29 участников, включая такие вузы, как Санкт-Петербургский госуниверситет, это национальный университет, 5 федеральных университетов – Дальневосточный, Северо-Восточный, Сибирский, Уральский, МЫ, ряд национальных исследовательских университетов, Томские, Новосибирские вузы, Ассоциация поставщиков нефтегазовой отрасли «Созвездие», Национальный парк «Русская Арктика», ряд ведущих центров Российской академии наук, например, Кольский научный центр. И мы объединились для того, чтобы готовить специалистов совместно, создавать сетевые образовательные программы, совместно вести научные исследования в интересах Российской Арктики. И, кстати, вот создание консорциума было отмечено на заключительном заседании Госкомиссии по Арктике под председательством Дмитрия Олеговича Рогозина в декабре этого года. И было как раз замечено, что создание этого консорциума является одним из важных результатов 2017 года. Ну и большие надежды, конечно, на нас возлагаются, которые мы, безусловно, постараемся оправдать. 2017 год объявлен в России годом экологии. Вот в привязке к Арктике эта тема найдет какое-то отражение в ваших учебных и научно-исследовательских планах? Да, безусловно. Здесь у нас несколько направлений работы. Первое – экспедиционное. Кстати, наш знаменитый, единственный в мире арктический плавучий университет вошел в качестве одного из основных мероприятий плана года экологии, утвержденного председателем правительства Российской Федерации в разделе «Арктика и климат». А вообще у нас экспедиционной деятельности отводится очень большое внимание. Вот за годы существования федерального университета уже организовано порядка 37 разных экспедиций. Ребята под научным руководством опытных исследователей изучают вопросы климата, экологии, биологии, географии, этнографии, культуры и многих других направлений, связанных с севером, с Арктикой. У нас, конечно, есть свой план мероприятий года экологии. Мы будем
чистить свой университет, город Архангельск, нашу область, Арктику. Кстати, много лет строительный отряд наш работает в составе строительного отряда Северо-Западного федерального округа по большому проекту очистки Арктики, который на территории Национального парка «Русская Арктика» производится. И, конечно, мы большое внимание уделяем просветительной работе, поэтому будет много интересных новых научных и научно-популярных изданий. Во-первых, мы готовимся переиздать учебник географии Архангельской области, экологии Архангельской области. Работаем над учебником истории Архангельской области. То есть они будут актуализированы? Они будут актуализированы. И, конечно, вот для нашего подрастающего поколения, для школьников прежде всего. Мы планируем издать 5-й том о Поморской энциклопедии «Города, районы, люди». И в 2017 году этот том будет презентован во всех муниципальных образованиях. Кроме того, уже сейчас выходит в свет 1-й том большого научно-популярного издания «Русская Арктика». И этот том посвящен как раз истории освоения российских арктических земель. В будущем году Архангельск будет принимать около 1000 участников Большого международного арктического форума, в том числе президента страны Владимира Путина. Уже известно, что САФУ станет основной деловой площадкой для мероприятий форума. У вас уже подготовка, наверное, идет? Времени-то осталось немного? Ну да, конечно. С одной стороны, мы изначально являемся площадкой для проведения очень многих арктических мероприятий. И только в этом году у нас прошло порядка 100 международных мероприятий. Поэтому мы очень ответственно, мы очень ответственно относимся к подготовке этого форума, понимаем, что ему придается чрезвычайно важное значение, поэтому наряду с существующим федеральным оргкомитетом, который возглавляет Дмитрий Олегович Рогозин, наряду с областным комитетом, который возглавляет наш губернатор Игорь Анатольевич Орлов, у нас создал свой оперативный штаб, который работает в режиме 24 часа в сутки по 9 основным направлениям. Мы готовим территорию нашего университета, проводим ремонтные работы, строительные работы. Очень большое внимание уделяем визуализации, то есть выставочной составляющей этого форума. Ну и вместе с Росконгрессом, Федеральным оргкомитетом, конечно, над содержательной частью очень активно работаем. Понимаем, что будет много гостей. Это великое событие для нашего региона. И вообще это большая победа нашего губернатора, что удалось именно для нашего региона вот застолбить, в хорошем смысле этого слова, это чрезвычайно важное мероприятие, которое раз в два года теперь традиционно будет у нас проходить. Лена Владимировна, спасибо огромное вам, что вы пришли сегодня, поговорили с нами, рассказали интересные абсолютно вещи. Успехов, удачи в наступающем году. Спасибо. Продолжаем подводить итоги. 2016 испытывал нас. Санкции, низкие позиции рубля, военные действия в Сирии и ниспадающая тревожность на Украине. Политика все время диктовала свои условия экономики. Поэтому и в крупных корпорациях, и в небольших компаниях, если уж не сокращали работников, то уменьшали фонд оплаты труда. И если уж не всем, то основному персоналу. Точно. Потому смело можем говорить о напряженных бюджетах, начиная с семейных и заканчивая бюджетами городов, районов, регионов и страны в целом. Поэтому, оценивая результаты года, так важно увидеть, а было ли развитие, сделали ли мы хоть один шаг вперед. Оказывается, да. Например, уходящий год стал показательным по объему привлеченных в экономику Архангельской области инвестиций. Официально фигурирует сумма более 42 миллиардов рублей. Регион шаг за шагом продвигается к альтернативным видам топлива. Уже более 20% всех котельных области перешли на пеллеты, и это доказало свою эффективность. Есть результаты в сельском хозяйстве. Возобновила работу Котласская птицефабрика. В Вельском, Устьянском и других районах открыты 9 современных животноводческих ферм. В них полностью заменено оборудование и модернизирована технология переработки продукции. После долгого перерыва возобновлено авиасообщение между Архангельском и Мурманском, а также с Кировом. Появились дополнительные рейсы на Нарин-Мар. В Киров, кстати, теперь летают и из Котласа. Особое внимание в уходящем году дорожной сети области. Впервые за долгие годы на ремонт трасс из всех уровней бюджетов выделили более 2 миллиардов рублей. И это без учета тех средств, что были вложены в реконструкцию федеральной трассы М8. Появились развязки европейского уровня.
Более 300 миллионов плюсом к средствам регионального дорожного фонда ушло в муниципалитеты. Заасфальтирован последний грунтовый участок дороги, соединяющий юг области с республикой Коми. Стал доступен второй участок трассы Бринна-Волок-Плесецк, ведущий к космодрому. Построен либо капитально отремонтирован 21 мост. 2016 год беспрецедентного возведения жилья в регионе. Построено более 200 тысяч жилых квадратных метров. Заканчивается третий этап программы переселения из аварийного фонда, благодаря чему новые квартиры получат около 4 тысяч северян. Первый в Архангельске социальный дом для переселения из аварийки сдан. Еще одна новостройка появилась в Северодвинске. Особое внимание в 2016 году и социальной сфере. Сдано 7 детских садов и 3 школы. В больницах и поликлиниках открыты регистратуры с самым современным оснащением, позволяющим избежать многочасовых ожиданий заветного талончика к врачу. В Поморье работает более 30 многофункциональных центров, где жителям предоставляются услуги по принципу одного окна. Впервые началась выплата пособий матерям до 24 лет, родившим первого ребенка, и компенсация за капитальный ремонт северянам старше 70 лет. На меры социальной поддержки в регионе направлено более 7 миллиардов рублей. Большой прорыв в кораблестроении. Уже под занавес года на стапелях «Севмаша» в Северодвинске прошла церемония закладки атомной подлодки «Князь Пожарский». Субмарина стала 8-й и крайней в линейке крейсеров проекта «Борей». 3 корабля этого семейства уже переданы флоту. Один из важных итогов 2016 года – сохранение и развитие рыбохозяйственной отрасли в регионе. Рыболовецкие колхозы, морской траловый флот работают, рыбу добывают, квоты осваивают. Эту тему мы поднимали в предыдущем выпуске, продолжим сегодня. Вместе с новым гостем Андреем Заикой, председателем Союза рыболовецких колхозов Архангельской области. Андрей Анатольевич, я приветствую вас в этой студии, в это утро. Итак, на ваш взгляд, каким был 2016 год для добытчиков рыбы? Ну, вы знаете, он был очень насыщенный, потому что основное событие года – это принятие закона о рыболовстве. Вот, очень был спорный вопрос, много полемики, встреч, обсуждений. Ну, в конце концов, закон принят. Закон важный, то есть сейчас будут созданы условия, по которым рыбодобывающим предприятиям будет выгодно строить флот. Эта программа не такая, знаете, сказочная, она реальная. Я думаю, что через лет 5-6 мы значительно обновим флот. И в России, и в том числе на севере. У вас есть для этого силы и возможности? Да, у нас у всех. Я говорю не только за себя, но и за своих коллег. Я думаю, что порядка 20-25 абсолютно новых современных судов будет у нас на северном бассейне построено. Соответственно, я думаю, 5-7 будут иметь порт приписки город Архангельск. Вот судя по официальным данным, и морской, и прибрежный улов состоялись в этом году. Действительно все хорошо? Знаете, нет. Нет. Промобстановка ухудшается год от года. То есть приходится затрачивать больше усилий на добычу рыбы. Но это прогнозируемая ситуация. Уже несколько лет мы к этому готовы. Поэтому, несмотря на то, что уловы у нас уменьшаются, запас у нас прочности большой, поэтому так фактически ни мы, ни жители Архангельской области, ни все потребители рыбной продукции это на себе не почувствуют. Как развивается ситуация с ловом на ваге? Там же ситуация, да. Как бы, если такую предысторию сделать, то улов был прекращен после включения Онской губы Белого моря в состав нацпарка. И проблема в 2016-м уже обсуждалась на уровне федерального правительства. Ну так? Да, но, к сожалению, знаете, было бы смешно, если бы не было так грустно. Почему? Потому что нет, не знаю ни одного человека, который говорит, что на вагу ловить нельзя. Все говорят, что ее нужно ловить и вернуть этот промысел. Однако 2 года это ничего не происходит. Поэтому а спрос на нее есть? Конечно, спрос, да, на вагу это традиционная как бы рыба, которая особенно вот сейчас, в декабре месяце, все она в Архангельске очень активно продается, люди хотят ее покупать, но пока промысел запрещен. Все этим занимаются, нужно отметить, отдать должное, что все на эту тему работают, вот. Но пока ничего не получается. Очень сложно поменять закон. То есть даже на федеральном уровне, пока маховик запустится, это время пройдет? Тем более на федеральном уровне. А как поставлено дело с переработкой рыбы? Ну, вы знаете, так как мы производим продукцию в море, вот, и, в общем-то, у нас из наших 5
судов. Мы совсем недавно приобрели 5-е. У нас самый большой наш флагман «Сапфир-2» – это филейщик, поэтому мы производим продукцию, уже переработанную в море. Вот, мы ее уже поставляем в виде филе, разных видов разделки с кожей, без кожи, с костью, то есть все как по желанию заказчика. Поэтому этот вопрос у нас уже давно отработан. А вообще вот этот путь от добытчика до покупателя, он сложен, извилист или там уже все нормально, процесс? Вы знаете, он из года в год упрощается. Почему? Потому что, ну, во-первых, у нас постоянно растет, увеличивается соотношение продукции, поставляемой на российский берег. Не просто поставляемый, но и окончательно здесь потребляемый. Вот, потому что рынок более-менее становится стабильным. Вот, люди стали понимать разницу в качестве рыбы, более тщательно разбираться в этом. Упростились как бы работа и с бытовых организаций. То есть я думаю, что у нас, наверное, 80% всей рыбы мы продаем напрямую конечному потребителю. В том числе и Архангельск. Конечно, в Архангельске мы работаем с сетью «Петровский». Вот. И знаете, хотя вот любят люди говорить, что вот эти такие плохие торговые сети накручивают. Ничего подобного. Я здесь скажу честно, накрутки на рыбную продукцию, накрутки, хорошее слово, наценки, минимальны. Поэтому то здесь... есть вы это контролируете, вы это как-то отслеживаете? Я не могу сказать, что я это контролирую, но я это вижу, заходя в магазин, что на самом деле предъявить... Вот, по крайней мере, в отношении к рыбной продукции какие-то претензии к сетям, ну, было бы неправильно. А как, на ваш взгляд, архангелогородцы, они больше стали есть рыбы, меньше, они к ней равнодушны, они стали избирательны, вот этот вот спрос, он каким-то образом меняется? Ну, вы знаете, нет, но архангелогородцы всегда потребляли много рыбы, и отсюда, и почему она есть на прилавках? Именно по той причине, что потребление есть, соответственно, оно рождает как бы вот эту цикличность поставок, все, то есть поэтому здесь всего много. Вот рыболовецкие колхозы – это основная движущая сила рыбопромышленной отрасли Архангельской области, и это большая ответственность. А какие задачи на 2017 год вот ставить перед собой? Ну, знаете, я бы не сказал, что это основная движущая сила. У нас есть Архангельский траловый флот, крупное, успешно работающее предприятие, есть коммерческие фирмы. Наверное... То есть вы не хотите на себя всю ответственность брать? Нет, я могу, но это неправда будет. Поэтому, конечно, все работают примерно одинаково. Вот. Но 2017 год, как я уже сказал, я думаю, что мы в начале следующего года закончим все формирования подзаконных актов. Мы, это все рыбное сообщество под руководством правительства. И я думаю, что в конце 2017 года мы начнем уже строительство нового флота. То есть это будет знаковое событие, вот, но пока я не вижу ничего, что этому может помешать. Мы вам желаем от всей души, чтобы это все, все ваши планы сбылись. Спасибо, мы будем очень стараться. Году. С наступающим Новым годом, да, вас, и вас также всего доброго, с наступающим Новым годом. Спасибо, продолжаем. Вы смотрите «7 дней в регионе», и сегодня подводим итоги года. Он был включен в 11 приоритетных проектов Агентства стратегических инициатив под названием «Новое качество жизни лиц с ограниченными возможностями здоровья». Социальный кластер в Архангельской области не просто новомодное понятие. Это действительно мощное соединение усилий власти и бизнеса. В центре внимания люди с ограниченными возможностями. За последний год в Архангельской области прочно вошло в обиход слово «экзоскелет». Для Дениса Левина это уже не просто новое понятие, а дорога в новую жизнь. После серьезной травмы инвалид-колясочник вновь встал на ноги. Благодаря разработке ученых Сколково он сможет ходить и садиться без посторонней помощи. У меня травма уже почти 9,5 лет. И вот это желание ходить, оно никуда не проходит. А желание разговаривать с человеком, глядя ему в глаза на одном уровне, это работа стоит. Стоимость экзоскелета 1,5 миллиона рублей. Для нашего региона его приобрела корпорация развития Архангельской области, заключив с разработчиком соглашение о дальнейшем сотрудничестве. Архангельская область однозначно заинтересована в этих разработках. Это позиция и правительство, это зов и крик населения.
Разработчики экзоскелета подтверждают, что новинка отнюдь не замена, а нужное и практичное дополнение к инвалидной коляске, к которой в нашей стране сегодня приковано почти 1,5 миллиона человек. Экзоскелет постоянно совершенствуют. Его новую версию на себе испытал Сергей Рубинштейн. Архангелогородец входит в число 18 пилотов экзоскелета в нашем регионе. Мобильный идет приятнее шагом, усовершенствованная пятка, то есть легче идти в нем, легче. Он больше напоминает ходьбу настоящего человека. Медики отмечают, после тренировок в экзоскелете в мышцах людей с ограниченными возможностями появляется чувствительность. Разработчики планируют уже к весне представить улучшенную версию модели, которая позволит подниматься и спускаться по лестницам. А это уже другая форма адаптации человека к социуму, которую поддерживает Корпорация развития Архангельской области. Накануне Нового года в Норт-Арене на праздник для детей с ограниченными возможностями пришли чемпионки Паралимпийских игр. Таких детей с ограниченными очень много, и многие просто не знают, то есть как поступать, как, что, чем заниматься. И вот именно в живых примерах, как мы спортсмены в данный момент, они будут видеть, они сейчас с нами будут играть. А сейчас у детишек много возможностей, сейчас проводится много мероприятий для ребят с нарушениями здоровья. И они, конечно же, как бы дальше могут выбрать для себя какое-то направление в спорте, например. Такие занятия стали возможны благодаря физкультурно-оздоровительной программе благотворительного дома Рональда Макдональда. Его участники проехали уже половину России, теперь на очереди Север. Мы проводим адаптивные физкультурные занятия для детей с ограниченными возможностями здоровья, совершенно разными диагнозами. И также спортивно-массовые мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья в разных регионах России. Далеко не каждый из этих особенных ребят встанет на лыжи или возьмет в руки ракетку, но то, что получит радость от общения со сверстниками, очевидно. Конечно, нужны. Ну, чтобы, ну, собирать народ, как бы, они же отовсюду, чтобы, ну, знакомиться, общаться и заниматься. Это же интересно. Каждый из этих детей идет к своей цели своими силами, и результат обязательно будет. Личным примером ребятам и их родителям это демонстрируют наши паралимпийки. Ну а Сергей Рубинштейн уверен в том, что следующая версия экзоскелета позволит ему прокатиться на переднем сиденье автомобиля хотя бы в качестве пассажира. Алексей Шемякин, Денис Линчевский. 7 дней в регионе. Теперь поговорим о физкультуре и здоровом образе жизни. За сезон в регионе прошло более 1000 соревнований разного уровня. А для наших топовых спортсменов 2016 год выдался медальным. В том смысле, что у медали две стороны. С одной он запомнится достойными результатами на внутренней арене. С другой – не всегда удачными на международной. А зачастую и отсутствием представителей Поморья на тех зарубежных стартах, где они могли бы выступить как минимум неплохо. Одним помешало не лучшая физическая форма, другим – политика. О плюсах и минусах уходящего спортивного года – Алексей Карельский. Церемония награждения лауреатов конкурса «Спортивная звезда Беломорья-2016». В десятке лучших знакомые все имена. Евгений Лагунов, правда, отсутствует. Оно и понятно. Пловец живет в Санкт-Петербурге. В составе эстафетной четверки северной столицы он и взял в этом году два золота чемпионата России в Казани. Однако до главного старта сезона в Рио не доплыл, не отобрался. Не смогла осуществить свою мечту выступить на Олимпийских играх и байдарочница Наталья Подольская, хотя место в сборной чемпионка страны забронировала, но в печально знаменитом докладе Макларена нашлась строчка про нашу землячку. В итоге – отстранение от главного старта четырехлетия. Стрелкам повезло больше, их в допинговом списке нет, зато есть в списке лауреатов областного конкурса, причем в топ-10 сразу четверо. Все занимаются у заслуженного тренера России Александра Поздеева. Доволен ли наставник сезоном? Не вполне. В главную мишень года его подопечные не попали. Были отстранены от участия в Олимпиаде два спортсмена, Илёня Якимов и Сережа Круглов. По моему мнению, необоснованно. На это было решение руководства Стрелкового союза России. Там у них свои планы, свои представления, будем так говорить, о комплектовании команды. Круглова отстегнули от сборной за несколько месяцев до Рио. Якимову, человеку, который за пару недель до Олимпиады взял 4 золотых медали на чемпионате России, дали отворот-поворот накануне игр.
Подковерные интриги в стрелковом союзе уже стали притчей во языцах, но почему-то не предметом для серьезных разбирательств. В итоге Поморье в Бразилии представляла только Дарья Вдовина. В стрельбе из пневматической винтовки она стала пятой. Успех, безусловно, но не тот, на который рассчитывала сама девушка. Один неудачный выстрел отбросил ее от пьедестала. Эту осечку немножко скрасили другие достижения, о которых говорит супруг Дарьи, также лауреат областного конкурса Леонид Якимов. Кроме Олимпийских игр, она участвовала в чемпионате Европы и заняла призовое место, и чемпионаты России, и Кубки России она тоже побеждала в этом году. В итоге Дарью признали лучшей спортсменкой Архангельской области 2016 года. Сама девушка считает, что еще есть куда расти, и не только ей. Я думаю, для меня это признание заслуг и... Может быть, на наш вид спорта больше уклона будет в Архангельской области. Хотелось бы, допустим, чтобы хотя бы тир был в Архангельске. Мы растем, нас много, и приходится тренироваться чуть ли не сменами. Поэтому мы до сих пор рассчитываем на поддержку области, что нам помогут где-нибудь построить в Архангельске тир. Несмотря на расхожую фразу «стрелок из Новодвинска», проживает Дарья с семьей в Архангельске. Постоянно мотаться на тренировки в город Бумажников – сомнительное удовольствие. Но и на новый тир в Архангельске за счет бюджетных средств пока рассчитывать не приходится. Не то время для экономики региона и страны в целом. Из-за прогнозируемого дефицита бюджета статьи расходов на спорт и так чуть не урезали. В первом чтении, когда был внесен бюджет, статьи на спорт были сокращены существенно, порядка 30%. Найдены были источники финансирования. То есть сейчас это восстановлено полностью финансирование ЦСП «Поморье» для того, чтобы осуществлять выезды всех наших спортсменов на различные соревнования, в том числе на соревнования регионального уровня, северо-запад и федеральные соревнования. А кроме того, у нас восстановлено финансирование на строительство так называемых плоскостных сооружений. То есть хоккейных и футбольных коробок, универсальных площадок, пригодных для волейбола, баскетбола. В этом году таковых обустроено порядка 30. Конечно же, мы в этом году сдали ряд серьезных объектов, например, каток в Северодвинске. У нас планы по строительству спортивных объектов в различных муниципалитетах, Коряжме, в Коноше и так далее. Дорогу к здоровому образу жизни проложили в этом году и в Малых Карелах. Имя ей – лыжероллерная трасса. В Архангельске на Сульфате завершена реконструкция стадиона с укладкой искусственного газона. В сентябре в Котласе открыли физкультурно-оздоровительный комплекс с площадками для игровых видов спорта, тренажерами. В уходящем году спортивные объекты возводились в регионе не только в рамках каких-либо государственных или муниципальных программ, иногда в результате инициативы самих граждан. Например, мысль о создании вот этой универсальной площадки, которая подходит в том числе и людям с ограниченными возможностями здоровья, родилась на фестивале «Без границ. Тело. Общество. Культура». Спортсмены-колясочники предложили идею, социальный кластер Архангельской области «Мысли» подхватил и создал проект. Области спонсоры поддержали. В результате мы получили самую большую в России площадку для воркаута и пара-воркаута. Это такой вид силовой тренировки, при которой используется собственный вес. Помимо всевозможных турников, брусьев, рукоходов, на территории разместился адаптивный детский городок и зона для сдачи норм ГТО. К слову о призыве быть готовым к труду и обороне. В этом году более 1000 любителей здорового образа жизни уже выполнили нормативы на тот или иной знак отличия. В регионе должно появиться более 150 центров тестирования ГТО. Пока создано 39. Что до соревновательных перспектив, то календарь Поморья на 2017 год полон красных дней. Одни только Устьяны в ближайшие 3 месяца примут в Малиновке спартакиаду учащихся России, чемпионат Северо-Запада и первенство страны по лыжным гонкам. Кстати, именно на лыжников у Поморья сейчас самые большие надежды. На этой неделе Олимпийский комитет России опубликовал список из почти 700 кандидатов в сборную для подготовки к зимним играм 2018 года в Южной Корее. Среди них и 2 лыжника из Северодвинска. Совсем юный Александр Терентьев и опытный Алексей Шемякин. Последний в этом году впервые поднялся на пьедестал почета на чемпионате России. Есть и 3-й кандидат в сборную – конькобежец Александр Румянцев. Этот сезон Архангелогородец вряд ли может занести себе в актив. Впрочем, возможность проявить себя еще есть. Сегодня в Коломне стартует чемпионат страны. Алексей Карельский, Артем Юдин, Евгений Зыков. 7 дней в регионе. Таковы главные итоги 2016 года в нашей области по основным позициям. Поводы для радости есть, хотя их меньше, чем хотелось бы. В свете этого можно, конечно, жаловаться на жизнь, но это бесперспективно. Можно злиться, но это вредно. А вот поразмышлять, что каждый из нас сделал доброго, какой конструктив внес в пространство вокруг себя, это, пожалуй, полезно. Этим мы предлагаем заняться. И напоследок покажем еще немного полезной информации. Уже взгляд не в прошлое, а в будущее.
Вторая половина уходящего года стала продуктивной для депутатов Госдумы. Они приняли немало законов на 2017-й. С нового года социальная стипендия будет выплачиваться только лицам, получающим помощь от государства. До сентября 2018 года продлено действие лицензий, выданных вузом Крыма. С 1 января начнет работу единый всероссийский реестр недвижимости. Это позволит ускорить процесс получения документов на объект недвижимости. Все бумаги будут оформляться в любом отделении, независимо от места нахождения имущества. После 1 марта 2017 года нельзя будет бесплатно приватизировать жилье. Закон коснется тех, кто получил квартиру в этом году, но не успел ее приватизировать. После 1 марта оформить квартиру в собственность смогут только дети-сироты, крымчане и те, кто подал заявку ранее 2005 года. С 1 января вводится госпошлина на получение документа с оценкой знаний русского языка и истории российского государства. Это норма для иностранцев, желающих работать в нашей стране. Размер госпошлины – 1000 рублей. Закон о материнском капитале продлен до 31 декабря 2018 года. Новшество и в использовании сертификата. Теперь средства можно потратить на товары, облегчающие детям-инвалидам адаптацию в обществе. Сумма капитала 480 тысяч рублей. С 1 января каждый год на 6 месяцев будет повышаться пенсионный возраст госслужащих. В 2017 году женщины, состоящие на службе, станут пенсионерами в 55,5 лет, мужчины в 60,5. Постепенно пенсионный возраст для этой категории работающих повысят до 63 лет женщинам и 65 мужчинам. В январе следующего года пенсионеры получат 5000 рублей единовременно. Это изменение коснется всех имеющих корочки пенсионного удостоверения, кроме проживающих за границей. С января следующего года пособия по безработице станут адресными, а срок предоставления заявления на получение компенсации с момента увольнения сократят до 12 месяцев. С 1 января начинает действовать закон о коллекторах. Теперь нельзя требовать долги за просрочки по коммунальным платежам и другим долгам, возникшим по обязательствам в сфере жилищного законодательства. А общаться взыскатель и должник могут только раз в сутки, дважды в неделю или 8 раз в месяц. С 1 января система ГЛОНАСС станет обязательной для всех новых автомобилей. Кроме того, для легковушек система должна быть оснащена функцией автоматического оповещения о ДТП. С 1 января все страховые компании обязаны оформлять электронные полисы ОСАГО. Если у страховщиков нет такой возможности, они должны оповестить об этом Центробанк России. За игнорирование электронного полиса штраф 300 тысяч рублей. С 1 января запрещено перевозить детей на автобусах, произведенных более 10 лет назад. С 1 января будут повышены ставки на акцизы на бензин и дизельное топливо до 10 130 и 6 800 рублей за тонну соответственно. Увеличится и цена бензина на автозаправках. Насколько именно нефтяные компании, не уточняют. С нового года водители, чьи автомобили не прошли техосмотр, будут штрафовать. Кроме того, на таком авто нельзя будет ездить. За повторное нарушение придется заплатить 5000 рублей или лишиться прав до 3 месяцев. С нового года чиновникам нельзя покупать, брать в аренду и даже вызывать в качестве такси автомобили мощнее 200 лошадиных сил. А максимальная стоимость их лошадок не должна превышать 2,5 миллиона рублей. С 1 марта следующего года ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны и пенсионеры старше 70 лет будут бесплатно ездить на автобусах по электронным проездным. Пока не получены такие документы, действительны бумажные талончики. На этом действительно все. От большой дружной команды Архангельского городского телевидения поздравляем наших телезрителей с наступающим Новым годом. 2017 обязательно принесет новые встречи, эмоции, впечатления, испытания, но нам это подходит. До встречи в новом году!